Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 18 августа 2021 года. И мы в капусте у себя в огороде нашли вот такое вот количество огромное гусениц, которые поедали бесщадно нашу капусту. И одну даже куколку. Вот это уже окуклившиеся гусеницы бабочки. Я собрала их в контейнер. И попробуем их окуклить. Здесь даже несколько разных видов. Вот такая красивая зелененькая с черненьким. Просто зелененькая. И вот чья-то уже куколка. Я хотела поставить им в террариум веточку. Потому что махаона с укропа, которого я нашла на укропе. Я инкубировала вот именно таким образом, поставив веточку. Гусеничка на ней окуклилась, и потом получилась бабочка. Но я так понимаю, что капустница окукливается прямо на листьях капусты. Поэтому мы собрали очень много листьев, поврежденных именно этими гусеницами. Ударишки какой, хлебушек. И будем их пытаться... Чем-то Барси уже угостили вкусняшками. Инкубировать вот прямо в таком контейнере с капустными листьями. Если вам интересно посмотреть, получится ли у нас вывести бабочек из этих гусениц, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал нашего питомника. И будем вместе наблюдать, как эти гусеницы будут окукливаться, а затем превращаться в бабочек. Всем пока-пока, до новых встреч!